Теракт в окрестностях Багдада. Смертник привел в действие взрывное устройство недалеко от иракской столицы. Видео с места взрыва появилось в интернете. Вот эти кадры. В результате, как стало известно правоохранителям, на футбольном стадионе погибли 29 человек. И больше 70 человек получили серьезные ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Напомню, ее деятельность в России запрещена.